Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Ох, ребята, если бы вы только знали, как я задрался проходить с самого начала эту бряцкую игру, блин. Просто то сохранки не сработают, то, блин, я вместо загрузки нажму сохранение, и приходится проходить все заново, просто вот все заново. Жесть, короче, просто жесть. Это вообще просто пипец. Еще с этим сраным управлением просто у меня нервы кипят. Вообще просто. Вот. И, короче, я дошел до этих сраных лазеров. Вот. Дошел. Ну, почти дошел. Вот. Где мы почти, ну, сохранились, получается. И в прошлой серии я хрен знает, что там делать, короче, изначально я не знал, вот, и в конце прошлой серии я засек ту фишку, то, что Райли, да, не забыли, да, то, что нашего главного героя зовут Райли, Райли, вот, и он целится на, блин, я забыл ключ, я забыл долбанный ключ, ну, что ты, ну... Опять какие-то фейлы начинаются, опять какие-то затупы у меня. Вот. И, короче, я заметил такую фишку, то что... Да, блин, куда ты забежал-то, ну? То, что главный герой целится там в бочку какую-то. Какой-то, не знаю, реактор, что ли, который подпитывает эти сраные лазеры. И я так понимаю, надо, короче, ее долбануть. Вот. Давайте сейчас попробуем. Я надеюсь, у нас все получится. Вот где они? Вот. Вон та бочка. Она не ломается. Она не ломается. Ты прикинь? И все, корендец. Криндец прилетел, короче. На крыльях ночи. Давай аптечку. Что делать? Вот что делать с этой херотень? А, ты смотри. Прикол. Да, лазерами, короче, зафигачил я эту херотень. А, нифига. Нифига тут такая вот штукенция произошла. А что теперь? Что теперь-то делать? Погоди, надо понять. Надо понять. Что-то я не могу сообразить. Стоп. Во-во-во-во-во, вот так вот, вот так вот. Короче, тупо, короче, пушки можно было сломать. А я тут... Жесть, короче. Так, а у нас пропуск есть, да? Мы взяли, по-моему, пропуск. Да. Охренеть, охренеть, друзья. Все намного проще, чем казалось, просто. Но все-таки мы аптечку одну истратили. Так. Так. Какие-то колбы. Колбы, снова туннели. О, сохранка. Так, чуваки, инопланетяне. И доктор Картер здесь. Отлично. Надо, короче, спасти доктор Картер. Давай сохраняемся. Так, погоди. Сохранить F1. Все, отлично. Главное,
не перепутать кнопки по новой. Иначе будет просто у меня нервный срыв. Готов. Вот этих чуваков надо вот так прицельно херачить, а то они эту... Какие, короче, защиту ставят. Так, бобёнца. Спасибо, Райли. Ты спас мне жизнь. С тобой все в порядке? Да, наверное. Во всяком случае, я жива. Что это за штука? Это переговорное устройство пришельцев. Я знаю, как им пользоваться. Быстро, уходим отсюда. Где здесь выход? Кажется, там. Это что-то вроде лифта. Кажется. Кажется. Если кажется, креститься надо. Так, я сделал немножко погромче, а то у меня что-то сбилось. Звук сбился. Где мы? Я не вижу выхода из этой дыры. Я, увы, тоже. Это лабиринт. Мы пропали. Что-то тут не так. Не нравится мне все это. Сразу, тут наверху комната сразу с пультом мы пропали. Управления. Все Ты пропало. Прикрой меня, я посмотрю, что там. Вот бабы, а. Сразу мы пропали. А че крупным планом-то квадратную жопу показали? Райли, что это было? Что с дверью? Почему она не открывается? О, нет, она... Заперта. Я думаю, моя дорогая имела в виду именно это слово. Как же все скучно и банально. Райли, это он! Это Дэн, берегись! Какое красноречие, лапушка. Ну что, поразвлекаемся? Впрочем, убить вас обоих будет гораздо приятнее. Картер, все твои угрозы так же ничтожны, как и твои командирские способности. Ты всегда был кретином. Ну что ж ты стоишь? Нападай! А чё я сейчас с Картером буду Ох, драться? Райли, какой ты храбрый! Опять эти лазеры, ну блин! Познакомься, это мой друг, боевой робот. Он до смерти рад тебя видеть. Это мой друг, правая рука. Охренеть, смотри какой. Или я какой? Дядька вышел. Ох ты, нифига себе! А у него, смотри, две шкалы жизни. Зарядные юные пушки. Воу-воу-воу. Так, надо понять, как его мочить. Так, туда нам не пройти. Так и будет за нами бегать? Так, погоди, надо... Какой-нибудь пушки. Давай эту... Ракетницу. Ух ты! Нифига, у него жизнь-то, смотри, видал, по чуть-чуть убавляется. Охренеть. Опа! Ионные заряды, ионные пушки. А нет, ионные пушки. Так, дай-ка эту херню. Одна готова. Отлично. Теперь они нам не помех. Блин, правда, жизни вообще кирдык. А есть еще здоровье? Есть здоровье. Чувака от этого надо как-то избавляться. Смотри, погоди, у него что, восстановились жизни, что ли, или что, или мы ему ни хрена не нанесли? Так, погоди. Топай, топай там лапой своей, топай. А, кончились патроны. О, смотри, лазерная пушка, вообще просто ништяк. Нет,
Правда, не вижу, куда я ему стреляю. О чем там ковыряется? Кирдык тебе, короче. Лазерная пушка решает все. Отлично. Отлично. Нифига рвануло, да? Логин, ты так долго возился с этим ничтожеством. Неужели оно еще на что-то способно? Ты заплатишь за все, тварь! Ты и твой игрушечный солдатик. Отойди-ка сюда, жалкий ублюдок. Или ты умеешь только трепаться? Давай, иди сюда, я тебе жопу наберу. Смейся, пока можешь. Сейчас у меня есть более важные дела, но потом я все равно доберусь до вас обоих. Это будет очень приятно. Я сгораю от нетерпения. Если бы ты сгорал от нетерпения, ты бы сейчас на нас напал. Вот. Так, сохранки смысла нет. Дневник доктора Картера. Последние несколько дней превратились для меня в сплошной кошмар. То, что меня захватили пришельцы, это ужасно, но то, что ими командует мой муж, пусть даже и погибший, для меня это невозможно вынести. Так, снова у нас побежали куда-то буквы. Чё, где там вынести? Впервые разглядев его за всей этой кибернетической мишурой, я решила, что пришельцы изменили его силой, но потом я поняла, что он пошел на это добровольно. Даже в самые отвратительные моменты нашей совместной жизни я не подозревала, что он способен на такое. К счастью, на свете есть не только такие подонки, как мой бывший муж. Гришем и Ралли рискнули всем, чтобы вытащить меня отсюда, и они это сделали. Спасение обернулось коварной ловушкой, пока я была без сознания. Пришельцы вживили мне под кожу очень сложный и малозаметный прибор, и теперь они могут следить за каждым моим шагом. Они наверняка раскрыли местоположение новой базы. Нападение ожидается с минуты на минуту. Необходимо как можно скорее ввести в строй силовые поля. Подключив их к источнику энергии, это задержит пришельцев на некоторое время. Достаточное, чтобы расшифровать их переговоры, перехваченные доктором Картер. Поскольку у нас нет преимущества в силе, мы должны действовать хитростью. Это наш единственный шанс, короче. За базу взялись всерьез. Еще немного, и нам не сдобровать. На базу попали, Картер, да? Когда будут готовы средства автоматической защиты? Боюсь, на это потребуется время. Мы так и не наладили источник энергии. На это потребуется бумаги. К тому же повреждены ключевые системы. Но нам необходимо хотя бы сеть датчиков. Воген, займись этим. Задействуй всех, кто тебе нужен. Вас понял. Так, как всегда, пыльная работа достается нам. Вот, нашему Райли. Так, и сохранение. Блин, так, у них вот эта энергия просто, вот, знаете, источник энергии такой, кубик-рубик. Инопланетный кубик-рубик, короче. Или кубик-рубик будущего, знаете. Такой киберкуб. Так, ладно. Мы сейчас на базе, получается, сейчас у нас, по идее, никого не должно быть. Ну, хотя слышите, да, выстрелы, какие-то взрывы. Видимо, нападают уже, что ли, на нас. Так. Эй, чувак, расскажешь что-нибудь интересное? Что там по приборам? Что по приборам? А у тебя что по приборам? Книги читают какие-то. Записули. Ладно. Так, эта херня не ломается. Так, давайте выберем автомат, наверное. Лазерную пушку мы не будем тратить. Себе нормальное, да, оружие. Такого робота здорового просто завалили. С какой целью я залез сюда? Непонятно. Так, это что у нас? Типа библиотека? Архив? О, чувак, расскажешь что? Чем-то расскажешь? Расскажи анекдот хотя бы. Расскажи, как поживаешь. Расскажи, как жена, как дети. Как собачка.
Ой, а чё он так резко? А чё так резко-то уехал? Ладно. Это, кстати, не двигается. А чё, я туда не смогу? О, забрался. Отлично. Только смысл я сюда забрался, вообще непонятно. Так, ладно. На базе, в принципе... О, смотри, тут ништяков столько. Аптечка пришельцев. Какого хрена на нашей базе делает аптечка пришельцев? Скажите. Так, ладно. Так, чувак, ты можешь что расскажешь мне? Нет? Чего они все стоят как вкопанные, даже не хотят со мной разговаривать? Какие-то камера датчика, находка какая-то. Как-то камеру датчика какую-то нашли. Антенна. Охренеть. Всякой шабулы, короче, понабирали. Ну, чувак, расскажешь, что? Смотрю. Извините, сэр, но я должен запечатать за вами дверь. Будьте осторожны. Да? Ну давай. Давай. Воу. Инопланетяне напали. Напали на нас, инопланетяне. На тут бои просто звездные войны. Так, дай-ка я сюда пролезу. Нет, чуваки, вы чё, ничего? Ку, я куда бегу, я вообще не понимаю. Куда мне бежать и что мне делать? Я что-то бегу. Ай, это лифт, да, какой-то? Смотри, лестница наверх. Блин, а сохранок-то нет, да? А, это, я думал, лифт. Это ни хрена не лифт. Просто какая-то херотень. Воу. АП. Где он там? Чем его? Отлично. Твою мать. Да куда ты стреляешь-то, ну? Смотри, какие у них пушки, я тоже такое хочу. Отключись. Выключись. Защиту свою выключи. Сколько можно-то? Че, у тебя голова, что ли, защищена чем-то? О, отлично, одного загасил. Смотри, у него заглючил щит. Ладно. А, ну щит у него не заглючил, но... По нему вон стреляют. И не дают ему пройти. Пускай. Что у нас за задание-то вообще? Выполняется база. Продержаться до тех пор, пока не будет подключен инопланетный источник питания. Починить поврежденные датчики. Надо искать какие-то поврежденные датчики.
Давай залезем наверх. Каким-то вентиляциям, катакомбам. Правильно хоть идут? О, смотри, антенна. Так, антенна, а чё у нас? Чё сюда пихнуть-то, нет? О, активирован датчик, отлично. Сколько нам? 3, да, надо? Так, один активировали, отлично. Один есть. О-о-о-о! Это тоже. Отлично, сдох. Так, здесь готово. Здесь датчики мы починили. Дальше. Дальше куда? Видели там еще какие-то проходы? Пройти. Блин, эти звуки. А что за звук-то? Что за пикает? Что за пикало-то? Сикало-пикало. Тут у нас воины. Тут не пройти. Туда что ли, прямо бежать? Где? Надо посмотреть. Есть здесь какие-нибудь датчики? Какие-нибудь антенны? Лестницы какие-нибудь? Нет? Не знаю, какая-нибудь карта была бы. Какой-нибудь указатель. Что тебе туда? Ралли, иди туда. Давай. Антенну там чини, а не здесь. Так, погоди. Ящик. Для чего-то ящик, короче, надо двигать. Погоди. А, во-во-во-во, вижу антенну. Ящик для антенны. Так, чувак, не мешайся. Либо давай толкни мне ящик, короче, либо не мешайся. Так, а что сюда пихнуть? Нет? Отлично. Отлично. Сейчас погоди, у меня тут какая-то жопа выскочила. Все, погнали. Так. Еще один датчик. Походу надо починить. О, здорово. Ты тут что? Отдыхаешь? Ну, ладно, отдыхай. Ручная лазерная установка. Так, короче, я так полагаю, нам, наверное, туда надо, да? Так, надо осмотреться, где здесь антенна. Где здесь антенна? Не подскажете, друзья? Так, заборы. Тут чуть не пройти. Тут не пройти. Туда тоже не залезть. А, во. А, или нет? А, во, или нет? Куда идти-то, блин? Подскажи, что мне делать? Какую антенну? Где мне тут? О, смотри, лестница. И
толку это от этой лестницы? Короче, хер пойми. Опять мне тут намутили что-то непонятно. Так, давай-ка сюда выбежим. Тут мы были? Мы отсюда пришли, по-моему, прибежали. Да, тут смотри. Звездные войны. Воу-воу-воу-воу, хера вы тут такие прыгуны, блин. Да сдохнешь ты наконец или нет? Воу-воу-воу-воу-воу. Нахрен, нахрен. Погоди, аптечку. Хера тут. Умирай. Чё, вздумал на меня стрелять, что ли? Ну-ка, умри. Говно. Аптечка. Так. Да пошли вы в жопу-то. Сколько вас? Я на лестницу попасть, на лестницу я не вижу, как попадать. О, видал, видал, сохранка. Отлично. Сохранюхи. Все. Нам похер. Мы теперь сохранились, мы теперь не боимся. Погоди, а может мне надо... А, вон мне на ту сторону. Да куда ты упал-то, дебил, ну? Говна кусок, блин, сраная камера, ну! Цепляйся. Молодца. Давай. Отлично. Да чё ты сел-то? Во, антенна. Ништяк. Ну и чё, мы все антенны сделали? Выполняется. Почини поврежденные датчики. Выполняется. Выполняется. В смысле? Я же все датчики сейчас починил, ну. Че тут размахался? Пошел ты. Да я в тебя целюсь, ну чё ты не дохнешь-то? Погоди, я починил ящики. Ой, видел. Датчики. А чё теперь-то делать? Еще какие-то где-то есть. Я не все запчасти, что ли, взял? Но если бы я не все запчасти взял, меня бы не выпустили, наверное, сюда. Я так предполагаю. Запечатанная дверь. Давай-ка сюда забежим. Ну да, конечно, меня теперь не впускают обратно. Я тебя вижу! Чувак, я тебя вижу. Как тебе мой инопланетный фаллос? Да пошли вы. Мне, короче, что-то активировать, может, надо? Нажать какую-то кнопку? Туда нет, не идет. Чё-то странно. Окей, давайте, друзья, сохраняемся и продолжим уже в следующей серии, вот. Поймем, что делать, что как. Я так полагаю, надо какую-то кнопку нажать, что ли, где-то. Если, ну, вы знаете, то пишите в комментариях обязательно. Я почитаю. Потому что я и так устал и уже заново проходить по 10, по 150 раз. Вот, сдвигу. Ну, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, плейлисты все будут в описании внизу. С вами был Валерий. Пока.